Добрий вечір. Здравствуйте. Скажіть, будь ласка, як ви вирішили приймати участь у конкурсі караоке? Все очень просто. Отдыхала в «Бегемоте» на прошлой неделе, и так получилось, что спела и попала так в конкурс. Скажи, чем вы занимаетесь в жизни, когда не спеваете? Ну, как все люди, работаю. Ну, занимаюсь вокалом иногда так для себя, как хобби. Какую песню вы сегодня подготовили на півфінал и чему самое ее? Подготовила песню Элтона Джона «I Believe in Love». Для меня это сейчас песня близка и по духу. Ну и вокально очень мне подходит, так как у меня низкий тембр голоса, поэтому она очень удобная для меня и приятная. Ну что же, Людмила, хорошо подобрана песня. Было заметно легкое волнение в начале. Довольно неплохой тембр голоса. В плане артистичности шоу-составляющие оставляют желать лучшего. Я думаю, ей стоит поработать над этим, чтобы в будущем обязательно победить. Людмила удивила, как бы. Вышла первой, красиво спела. Значит, что можно сказать? Ну, по вокалу Людмила мне понравилась больше всех. По вокалу. А остальные критерии, ну, возможно, в чем-то оставляют желать, ну, лучше. Дякуємо. Скажи, будь ласка, ти була сьогодні перша. Твої враження від виступу? Ну, самое положительное, немного дрожат руки от волнения, но волнение очень приятное, безумно просто. Эйфория переполняет. Спасибо за такие эмоции. Друзья, ваши опуски, Артем! Как вы решили принять участие в конкурсе караоке? Ну, часто заходим сюда, в это заведение. И однажды были, Валера предложил, и решили попробовать свои силы. Будем надеяться, победим. Чим ви займаєтесь у житті, коли не співаєте? Працюю, працюю і працюю на підприємстві. Яку пісню ви обрали сьогодні на півфінал і чому саме її? Пісня буде Григорія Лепса «Облака». Тобто, вибрала цю пісню, тому що подобається цей виконавець. І в основному пою його пісню. Серед білих облаків я як птиця лечу. Захочу спиной, а захочу на боку. Я словно самолет, но только где же пульс? Облака, как пыль по зеленому зрачку. Жаль, но облаков бы я добавил еще. На сегодня вообще очень модно петь песни Лепса, как бы. Неплохой вокал, вот. Ну, шоу и образ, естественно, там вообще ничего как бы не такого не проявлялось. У Лепса очень красивый голос, и его перепеть практически нереально. Поэтому Артему не удалось его перепеть. Ну и что касается образа и артистизма, конечно, есть над чем работать. Ну, в общем, неплохо. Артем, у молодого человека сильный голос. В плане исполнения совершенно никаких нареканий нет. Как будто сам Григорий Лепс выступал передо мной. Но коль уж в пункте оценивания был параметр зрелищность, что я объединил в шоу и образ, то здесь были явные недостатки, поэтому, ну, как бы голос немного восполнил. В целом удовлетворен я его выступлением, но не до конца. Вот чувствуется, что чего-то не хватало. Молодец, он хорошо старался, хорошо пел, но нужно было еще как-то подтанцовать, что ли, не знаю. Вы живите со мной и во мне облака! Дякуємо. Вам сподобалось, як ви заспівали? Ну, могло бути лучше. Зустрічайте ще одну півфіналістку Валерія! Обладуємо! Віддихали компанія і можна вийти йти спой, от. От і все. Чим ви займаєтесь у той час, коли не співаєте? Я на даний момент займаюся вдома дитином.
і то, і там співаю Петю. Скажіть, яку пісню ви сьогодні підготували на півфінал і чому саме її? Я буду петь Cher Strongenau. Ну, это как бы моя самая первая песня, которую я пела как бы на сцене, в общем-то. Поэтому я решила петь именно ее. По поводу Валерии, ну, хочу так сказать, что она особо, ну, мне особо даже не запомнилась. То есть не было ничего такого особо яркого, и, ну, и не было ничего такого лажевого, так сказать. Если бы Валерия выбрала другую песню, она бы спела ее лучше. Голос у девочки есть, ну да, неудачно как-то получилось немножко. Но, в принципе, все так, по-среднему неплохо. Образ неплохо, мне понравилось, как она. Я отметил, Валерия очень мягкий голос. Мне кажется, песню она подобрала одну из своих любимых, но, к сожалению, для конкурса это не является прерогативой. Нужно выбирать ту песню, в которой ты лучше всего сможешь проявить свои навыки. Вот. Вікенд Експрес триває, другий півфінал конкурсу караоке продовжується, і ми просимо зустрічати обусками наступного півфіналіста Євген. Зустрічаємо! Скажіть, будь ласка, як ви вирішили приймати участь у конкурсі караоке? Это произошло чисто случайно. У нас была встреча выпускников, и мы после нашей встречи решили поехать в караоке-бар, ну, развлечься. Ну, в общем, я случайно выступил и вот так стал участником. Добре. Скажіть, чим ви займаєтесь у житті, коли не співаєте? Люблю грати на гітарі, люблю проводити час з друзями. Скажіть, яку пісню ви сьогодні підготували на півфінал і чому саме її? Приготував пісню групи Aria «Безпечний ангел». Очень нравится эта песня, надеюсь, ее хорошо спеть. Ну и близка мне по духу, по настроению. Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь. Любит праздники и громкий смех, выкорок и ветра свист. Он был везде и всегда своим влюблял в себя целый свет. Гнал свой байк, а не лимузин. Таких друзей больше нет. Евгений произвел на меня впечатление вообще. Вот, вокал, я не считаю его отличным, ну, хороший вокал, достаточно хороший. Хороший образ и хорошее поведение на сцене. Элементы какого-то шоу есть в любом случае. Вот, песню подобрал, на мой взгляд, хорошую песню очень подобрал, она ему подходит. Вот, поэтому положительная оценка от меня. Мне Евгений понравился, в принципе, спел неплохо. Видно, что парень молодой, и все еще у него впереди, все получится. В общем, неплохо. Песня классная, спел хорошо, как-то что-то резало слух, пока, ну, вот так конкретно не готов сказать, что. Ты один только друг на все времена. Немного таких среди нас. Ты летящий гай, беспечный ангел. Що ж, ми продовжуємо далі. І на черзі у нас наймолодша не тільки учасниця, але й півфіналістка нашого конкурсу. Зустрічайте, друзі, Екатерина! Я тут відпочивала із сім'єю і прийшла знімальна група, та вирішили знімати, та я вирішила приймати участь в цьому караоке-конкурсі. Чим ви займаєтесь, коли не співаєте? Я дуже люблю грати на фортепіано та навчаюсь в 7 класі 91-ї гімназії. Чудово! Яку пісню ви сьогодні нам підготували на півфінал і чому саме її? Поліна Гагарна «Колибельна».
Ну, вона дуже гарна та милозвучна, і вона мені близька, і дуже гарно у мене виходить її виконувати. Загляни, ти сердечко мені, і скажи, уходи. То есть, в принципе, девочка мне понравилась, тоже ставлю ей положительную оценку. Немножко, немножко, конечно, было дрожание, конечно, в голосе, там, немножко не туда, не в ноты, но в общем, хорошо. По поводу выступления Екатерины, первым, что хотелось бы отметить, это сильный голос. Некоторые моменты в припевах по коже начали бежать мурашки. Поэтому мне понравилось, надеюсь, в нашем выборе она займет какую-то роль важную. Ну, как бы Катя такая самая юная, еще так чувствуется детский голос немножко. Ну, в общем, как бы я уверена, что у нее большое будущее, ей надо немножко помочь поработать. Ну, в общем, тоже такое приятное впечатление оставила. Що ж, продовжуємо далі. І на черзі ще одна півфіналістка сьогоднішнього другого півфіналу. Зустрічайте, Анна! Ну, я всю свою жизнь пою, как бы с девчонками пришли попеть. Ну, вот так получилось, что я поучаствовала в конкурсе. Вот, ну, победила в одном из этапов, и вот теперь я здесь. Чем займаетесь, коли не співаю? Когда я не пою, я работаю. Либо просто сижу дома, отдыхаю. Люблю вышивать, люблю смотреть фильмы интересные. Вот, люблю посидеть просто в интернете. Скажите, какую песню вы сегодня подготовили на півфінал и чему саме її? Я буду петь «Машина времени, мой друг». Я выбрала эту песню, потому что она слишком сложная. Это мужская песня, с мужского репертуара. Вот, ну, я думаю, я с ней справлюсь. Вот, она мне, эта песня, очень нравится. Вот, она сильная. Вот, я буду петь именно ее. Он не знает умных слов, он считает вас за козлов. Даже в морге он будет играть, на восторге ему плевать. Но зато мой друг лучше всех играет блюз. На 4 балла так вот. Мы оценили это, вернее, я. Анна выбрала для исполнения песню Андрея Макаревича. Довольно неплохо справилась с выбором. Подгуляла подтанцовка, но сила голоса, который она вложила в исполнение, с лихвой это компенсировала, я считаю. Мне кажется, что все-таки Аня выбрала не ту песню, которую бы она могла спеть лучше. Ну, как бы вот у нее голос чувствуется, он у нее сильный, как бы высокий, но песня не ее. Хотите что-то бы мягче немножко, как бы вот, нежнее, и было бы вообще супер. Круче всех вокруг, он один играет блюз. Руки дрожат, ноги дрожат, голос дрожит, а так все отлично. Добре, бажаємо успіхів, дякуємо ще раз оплески, Анна! Що ж, друзі, у нас залишився останній півфіналіст. Ви його, напевно, дуже гарно знаєте. Зустрічайте, друзі, Олена, ваші оплески! Як ти вирішила приймати участь у конкурсі караоке? Спонтанно, так як я здесь работаю. Ну, вирішила попробувати, почему би ні? Чим ти взагалі займаєшся, коли не співаєш? Я хобби моё это вокал. Ну, также я увлекаюсь вязанием, это так мой скрытый талант. Спортом немножко. Ну, как без этого? А так моя жизнь это работа и учёба, естественно. Чудово. Скажи, какую песню ты сегодня подготовила на півфінал и чему ты обрала саме її? Песню Ирины Аллегровой «Померещилась». Эта песня мне близка, она мне с первого раза получилась. Я ее пережила эмоционально, физически, во всех смыслах. Умы раскололась в блюдце, боль стала только сильней. Сижу и боюсь вернуться, проверить
поводу Елены. Очень артистичное выступление, поэтому ну, оценка положительная достаточно. Елена серьезно подошла к конкурсу, серьезно подошла к выбору образа. У нее очень сильный голос. Выступление, я считаю, одно из лучших, что мы сегодня видели, что нам довелось посмотреть. Поэтому каких-то особых слов ну, просто нет. То есть она молодец. И песня сильная, и с душой она ее спела. И мурашки по коже побежали. Поэтому для меня, конечно, Лена самая-самая сегодня. Друзі, журі щойно визначилось з другим фіналістом конкурсу караоке. Одразу скажу, полеміка була дуже цікава. В цьому конверті ім'я переможця. Другим фіналістом конкурсу караоке є дівчина на ім'я Олена, друзі, номер 7! Ваші оплески! Вітаємо! Твої враження, твої відчуття? Мені не віриться. Чому так? Как-то я больше склонялась к другому человеку. Ну, что выиграет. Ну, ти перемогла. Ти другий фіналіст. Оплески. Це ще не перемога. Ти в фіналі, який відбудеться 29 березня на телеканалі Рудана. І, друзі, ми у прямому ефірі оберемо найкращого співака конкурсу караоке. Дякуємо всім! Тепер ми знаємо, хто змагатиметься у фіналі конкурсу караоке у Weekend Express за тиждень у прямому ефірі. Не пропустіть! Хай щастить!